Так, ну что, мои хорошие, сегодня Мега Дэнди отдыхает. Буду за вас кушать, пить, молиться. Слава труду, слава отдыху, слава Мега Дэнди, слава подписчикам. Пошла массовка! Вот, мои хорошие, какая природа шикарная. Елочки, столбики фонарные. Вот так отдыхает Мега Дэнди. Ем шашлычок, пью пивасик, ставлю лайкосик. Привет, мои хорошие. Отдыхаю сейчас за городом. Санта-Лючия. Видите, какой Стас Михайлов в лике. Жарю мяско, пью немножко пивка. Как вы, мои дорогие, без меня? Хватит барахолок, сейчас наступает трехнедельный локдаун, и как раз сейчас будут самые лучшие продажи. Сзади меня база отдыха. Я на один денечек приехал, завтра уже буду в Харькове. Куча вопросов пишут ребята, задавайте вопросы. Кстати, друзья, если у вас есть за кого помолиться, я как раз сейчас в Святогорске приехал на один день. Напишите мне ваши пожелания, я помолюсь за ваших родных, близких, может, больных людей, может, помогу излечить вашу душу. Молятся обычно люди, которые разобрались сами в себе, а именно люди, которые излечили свою душу. Я не могу сказать, что я на сегодняшний день могу о ком-то молиться, но буду молиться по мере своей возможности. Молится тот, кто полностью очистил свою душу и может своими внутренними чистыми помыслами молиться за здравие других. У меня такого пока еще нету, но всеми силами, конечно, я буду за вас молиться. Напишите мне имена своих родных, мам, отцов, братьев, сестер, друзей. И я обязательно буду вспоминать о них добрым словом, о здравии обязательно. И, конечно же, проведу. Я провожу обычно в церкви около 30 минимум 40 минут, вспоминаю об усопших людях, ушедших, хотя они всегда рядом с нами. Ну вот как-то так, мои дорогие. Мои хорошие, церковное пиво, старый мельник. Перед этим я еще немножко выпил вина церковного. Вот. В общем, жду от вас. Чего? Пишите мне имена, за кого молиться, и завтра будет служба в храме, в мужском монастыре. Все будет хорошо. Больные станут здоровыми, а здоровые приобретут еще более укрепленную душу. Салам пополам.